Так, всем привет на моем уже 242-м стриме. Сегодня у нас не тот стрим, что запланировался изначально. Да, я немножко прослоупочил, сегодня все утро немного туплю, потому что... Потому что... Да, привет, Эпсилон. В общем, Тоху 5, Mystic Square, внезапно для кого-то. Для кого-то, может, не так уж внезапно. В общем, так, сейчас проходить ее буду без бомб. То есть вот мы нормал, 6 жизней, да, максимально бомб 0. И то есть даже если я буду брать бомбы по ходу игры, да, то я не буду их использовать. Так, что там по музыке? Привет, Destroyer, вау. Как, что там по музыке? Надо прибавить, наверное, да? В общем, скажите, как там по соотношению музыки? Ну, Гоги, привет, да, я, ну, что-то задолбался смотреть, он долго очень стримит, я хочу тоже постримить, в общем, так, это демо-плей. Пойдет, ну, пойдет, значит, пойдет. Играть будем за Миму, потому что у нее офигенное оружие. Попробуем. Ну, в принципе, разобрать можно чатик. Ну, просто я решил, что делать игру меньше как-то не очень будет. Я не обещаю, что у меня с первого раза получится пройти ее. Естественно, сейчас речь, ну, если кто не понял, речь не идет об 1CC прохождении. Просто на нормале, без бомб. Неважно, с контами. Ну, практически 100%, что с контами, как бы. Вообще пройти бы даже с контами. Да. Я уж не говорю, что там 1CC или что-то. Без бомб я, соответственно, на стрим еще не проходил. Но чуть-чуть потренил вне стримов. Вообще, почему вдруг я решил это сделать, да? Потому что недавно так, ну там, было, так скажем, для чего, да, в общем, просматривал некоторые свои воды, в том числе старые, где я Тоху проходил. И думал посмотреть, как я там микрю там последних боссов, там каких-нибудь сложных боссов. Да никак я их не микрю, я там бомблю постоянно, либо умираю. То есть либо бомба, либо умер. Не, практически очень сложно найти момент, где я как-то круто размикрил. А если бомб нету, то как бы и я прошел при этом игру, да, то значит я по-любому где-то микрил. Ну, потому что иначе жизни просто не хватит, если не бомбить. Ну вот, как бы, и. То есть даже если не на 1CC, да, все равно. Вот, и как бы и решил, что это будет интересно. По крайней мере, мне. Планируется первые два уровня пройти без смертей, но кто знает. Соответственно, нижняя полоска справа — это сила, то есть сила оружия. Чем она больше, тем у меня сильнее оружие, больше пуль там и так далее. А полоска, которая на одну от нее выше, это Dream, то есть сила сна. Ну да, тут S-сюжет такой, да. И чем она больше, я так понимаю, тем мне больше дается очков. А за очки дают жизни, так что как бы ее желательно тоже увеличивать.
И она пропадает, по-моему, от времени и, конечно, от смерти очень сильно. Иногда один раз на уровне выпадает бонус такой специальный, он дает сразу же максимальный сон, Dream. Конечно, его брать бы очень хорошо, но я только в пару мест запомнил, где он лежит, и один раз, по-моему, только, или два раза брал. Ну, короче, он там обычно в сложных местах находится. Ну, что это сейчас было? Я только что чуть не умер, лол. Все, первый пост пройден. Да, на втором уровне это метеориты. И там будет этот бонус среди метеоритов. Это я помню. Border Space. Вообще, конечно, ну, еще как бы вторая причина, почему я опять захотел в Тоху поиграть, просто появилось желание, вот, хочу в Тоху поиграть, да, вот и все. Потому что еще тут музыка же, ну, блин, очень-очень шикарно. И как бы даже только ради музыки уже стоит играть. Ну и, конечно, вообще геймплей, конечно, классный. Но вот в первую очередь это музыка. Что? Ну, ничего, тренировочный, значит, забег. Не, ну, хотя кто знает, может быть, я пройду все равно. Может, я где-то в другом месте вымикрю там. Рестартить я не буду из-за смерти. Пофигу. Посмотрим. Всегда можно как-то там где-то лучше пройти там в итоге. Вот я взял бомбу, но использовать я ее не буду никогда. Где-то сейчас должен быть этот бонус. Но я его пока не вижу. А, вот он сейчас в сложном моменте будет в каком-то. Вон он синий летит. Оп, взял. Все, Dream бонус максимум. Сила даже не максимум, а Dream максимум, лол. Привет, Катран. Ну, нет, ну это, конечно, проще, чем больше, как минимум, потому что игра короче. Ну, не знаю, на 1cc там, на Лунатике, наверное, сложнее, чем больше, да, но в том режиме, в котором я играю, это проще, чем больше. С другой стороны, ну, 1cc на нормале, например, явно легче, чем рейп больше, да. Но если я босса пройду без смертей, то можно сказать, что я компенсирую эту смерть глупую. Но не факт, что я пройду без смерти. Потому что на этом боссе я иногда умираю. Да, я прошел без смертей, значит, считайте, что я нормально сейчас иду. Сейчас, если я быстро пройду, да, то есть, ну, допустим, даже вот с первой попытки, то тогда, ну, конечно, как бы стрим-то на этом закончится, понятно, потому что как бы у меня один стрим на одну игру, но при этом я, скорее всего, начну другой. И, может быть, пойдем рейп больше. Ну, посмотрим, короче. Надо вначале пройти это, а то, может, и как бы не факт, что все, что пройду. Привет, Фейл.
Вот, фейл, я тебе хотел вопрос задать, ты уже ушел в тот раз. У тебя в чатике счетчик на СК2, это показывает суммарную, что ли, это Twitch плюс, ну, Good Game или что? Потому что я не понял, у меня вчера показывало там, ну, условно, я там не помню цифры, да, но условно, например, на Твиче там 20 человек смотрит, на Good Game там 10, да, а СК2 показывает там, ну, грубо говоря, 30. Я не помню, там совпадала ли сумма или нет, но, ну, короче, ну, странная цифра, как бы, как она может быть такая большая, учитывая, что некоторые люди меня явно смотрели именно с Твича, а, ну, на СК2 они там даже не зареганы и так далее. Или это просто баг какой-то? Жизнь взял? Уже неплохо. Я потом прочитаю твой ответ, когда будет касцен. Ну и вообще, вы понимаете, да, что чат я сейчас читаю не очень активно, потому что вот сейчас могу прочитать. Вот, все все пользователи чата. Ну, значит, что-то мне кажется странное, это очень цифра была. Да, сейчас показывает 7, и это вроде бы похоже на реальную цифру. Но тогда показывал очень странную цифру. Ну, неужели кто-то сидел в чате и не запустил плеер? Серьезно? Причем не один там или два, а довольно много. С десяток там, наверное, минимум. Так, ну на этом боссе сейчас сливы пойдут, конечно же. Но я постараюсь. Кто не знает, если стрелять в это зеркало, или как это назвать, портал, то оно отзванивает тебе обратно эти... кучу пулек, все. Ну, ничего страшного, как бы... Я этого босса без смерти никогда не проходил. Главное, очень много не слить. Но, по-моему, я даже с одной смертью никогда не проходил, так что пока еще нормально все. С одной смертью, кстати, по-моему, вообще неплохо, очень неплохо для меня. Постоянно так делаю, ну, окей. Еще жизнь. Что-то прямо я сейчас отлично иду, вот только не завафлить теперь, потому что я иду отлично, ну, для себя. И сейчас уровень с вырвиглазным этим дизайном, да, то есть я очень плохо вижу пульки, у меня в глазах рябит порой, поэтому как бы могут быть... Ну, для вас, как для зрителей, будет это казаться, может быть, глупыми сливами, да, но для меня это просто иногда бывают места, которые я
У него очень тяжело. Кстати, вот видите, синие пульки на синем фоне. Ну, Зун, конечно, молодец. О, дрим максимальный. Вот это вот очень сложно для меня из-за цветов. И причем красный тоже сложно, потому что они очень разъедают глаза. Есть. Блин, вообще нормасы, да. Ну ничего, сейчас будет два босса, на которых просто будет сливы. Но, тем не менее, я думаю, мне уже должно хватить контов, если я как бы буду примерно как обычно даже играть. Привет, Эгенлаж. Чё-то я это... отвернулся на секунду, ты уже стрим закончил. Так и не прошел, да, это... как это назвать, типа Авейденс или не знаю даже. Ну, короче, этот момент с музыкой прикольный, но с бесконечными прыжками. Хотя, по-моему, там стрелять вроде надо во врагов, да, так что это не Авейденс. Лол! Они ж снизу там летят, ууу. Так, ну Power Up to Full, но мне бы еще бы Dream тоже. А, не прошел. Ну ладно. Привет, Брим. Привет, Задрос. Ну, я вот сегодня должен был бы у меня быть 12-часовой стрим, но это немножко не сложилось. Так, все тихо, я сосредоточился, тут сложные атаки. Ой-ой-ой-ой. А, вот это тут вообще нельзя было умирать. Ну, как бы, ну... Тут есть на чем умирать, но не на этом, пожелательно, все-таки. И не на этом, ну, серьезно. О, это жесть полная. Все пошло по плану. Нужно было уничтожить именно черную первую, потому что если бы она осталась в живых, то бы там была бы полная не очень. У белой лучше атаки. Ну, лучше для меня, а не для нее. Ух, ну.
Ты довольно легкая атака была сейчас. Я не заметил, где там было-то. Лол, всегда смотри, играл он печалька. Прикол, если бы там что-то прошел бы. Ну точнее, не прикол, конечно. У нас остался последний босс. И я дошел, ну еще не дошел, но сейчас, надеюсь, дойду до него. И, как ни странно, без контов я до него дойду. Но, естественно, я его без смертей, ну, в принципе, никак не смогу пройти. Но, на самом деле, я сейчас тут могу легко умереть. Вообще легко. Даже не удивлюсь ни разу, если сейчас умру здесь на уровне. Хотя могу и не умереть. Короче, как пойдет. У меня самонаводящихся пуль нету, так что надо самому подбираться к ним. Все, конт. Ну, по-моему, это вообще рекорд для меня. Взять конт на 5-м уровне. Первый. Ох, повезло сейчас. Офигеть. Блин, а мне бы жизнь дали бы же, если бы я сейчас и убил его без смертей. Но все равно бы я босса бы не прошел с одной даже смерти там. Так что как бы один ЦЦ бы никак не могло случиться. Но, тем не менее, если так играть, то уже можно как-то даже говорить о каком-то 1CC, ну, хотя бы теоретически. Ну, кто не понял, там не в теме, 1CC это типа пройти игру без контов, тогда хорошая концовка открывается. Привет, First. Няшно шип, няшная игра. Все няшно. А, ну да, еще что-то я забыл, еще же не последний босс. Еще же вот эта срань, на которой по-любому надо умереть. Не, тогда нет, 1CC я перегнул, конечно. Ну, в смысле, даже теоретически. Там, типа, ну, тут еще тренить и тренить. Я забыл, что еще этот босс, а тут сейчас по-любому умирать, как бы вообще легко. Вот эта вот атака бесячая, и это еще легкая ее фаза. Сейчас через несколько атак будет такая же, только сложнее. Как бы и вообще удаляй. А я даже на этой умер. А чего уж говорить-то про усиленную. Ну усиленно не умереть хотя бы пару раз, это вообще не играл, считайте. Ну, я даже на этой пару раз умер. Ну лол. Ну вот, да. И сейчас конт, короче, пойдет, походу. Хотя у меня 4 жизни, нет, какой конт, надо стараться.
Что сейчас произошло вообще? Что сейчас вообще происходит? Блин, что-то у меня чуть рефлекс на бомбу не сработал, а у меня их все равно нету. Вот она усиленная. Блин. Я пока не могу ее нормально микрить. Не знаю. То есть когда-то получается, когда-то нет. Ну сейчас вообще мне загнался в угол. Серьезно, я конт здесь взял. Охренеть. Я целый конт слил на этого босса. Целый конт. И еще не прошел. И это еще не последняя атака. Лол. Не, ну как бы то, что на этой атаке умер, на самом деле относительно нормально для меня. Но, блин, просто в сумме очень много смертей. Так я в нее вообще не попадаю. Лол. Ну я в нее, ну как, она меня с центра прогнала, я хз. Я не мог никак перейти. Все, последняя атака вроде. Очень плохо, конечно, от этого босса. Очень плохо. Но все равно шансы пройти еще есть. Я уже два конта слил, Коки. Два конта уже слил. Короче, я уже теперь опять не уверен, что я пройду. А так хорошо все шло до половины игры. Так, тут надо сейчас этот Dream хоть набрать. Тут, в принципе, много бонусов будет падать, но и много всякой срани летит тоже будет. Вот жизнь. Все, максимально собрал. Последний босс. Последний босс и три жизни. И... А, стоп, и по-моему конт еще один, да, есть. Ну да, конт один есть. Ну, не знаю, как бы в теории должен пройти, но... И да, та самая музыка. Тут у нас монобисы часто всякие гуляют, да? Но я думаю, они узнают эту музыку. Ох, лол. Да ну нафиг. Ну, в Камелии 3 последний босс, первая фаза. Вот эта фаза, а вот так проходится у меня. Короче. Камелия 3 последний босс, сама Камилка первая фаза, ну там ремикс, естественно. Она от времени умирает, если что. Привет, Снап. Все, погнали. Ой, сейчас будет такая жесть. Вот сейчас такая жесть начнется. Просто глаза готовьте. А, нет, не это, следующая фаза, да. На этой фазе я обычно очень много сливаю. Не знаю почему. Последний конт. Последний конт. Пять жизней.
просто 5 жизней, последний конт. Ну, то есть, ну, больше нет контов. Да я же почти размикрил, ну, хорош. Вот оно, все. Ну, это еще не последняя фаза. Но она очень сложная для меня, очень сложная. Ужас. Я обычно тут сливаю дофига жизней. Две жизни слил. Да ладно, ну, давай, умри уже. Да какой слив? Ну, серьезно. Прошел. Прошел. Тупо на последней жизни. Без бомб пятая тоха пройдена. Ну, естественно, концовка плохая, потому что игра никак не учитывает, использовал я бомбы, не использовал. Это лично как бы для меня челлендж. Но я, так как я конты использовал, причем все, и все жизни, вообще все жизни, все конты просто. Поэтому концовка плохая. Bad End 3. Вот так вот. Да, я 15-ю прошел, как-то она сразу вышла, я ее сразу прошел в чекпоинте, на чекпоинт режиме. Не, ну я с первого раза тащил, в принципе, я рад. Ну, конечно, не на 1 CC. Нет, как видишь, до 1 CC я что-то вначале, мне пока такое ложное такое ощущение было, как будто бы я... Могу на 1 CC там, если постараться, но нет, ты посмотри, последние два босса, это просто удаляй. Последние два босса, просто мне все конты выжили, просто все. Три конта, да, тупо на два последних босса, и все. Это что-то с чем-то, конечно. В общем, ну, я как бы еще в офлайне чуть-чуть потреню другие некоторые, может быть, части, и, может быть, потом будут стримы, и другие части я пройду без бомб. Повторюсь еще раз, не один CC, а именно просто без бомб, потому что интересно посмотреть, как можно пройти там некоторые атаки, да, которые я раньше просто пробамбливал и ничего не понимал, а теперь попробовать именно вот без бомб, это довольно интересно, лично для меня. Вот, ну, значит, так, да, стримчик короткий получился, значит, я сейчас, ну, как бы его закончу формально, да, но мы, как бы, еще поиграем во что-нибудь, и, скорее всего, ну, не знаю, ну, как бы, можно поиграть в Боши на рейпе, можно поиграть какую-то другую Ивану, типа, там, Redacted, можно, что еще можно, не знаю даже, что еще можно. Wings of V, ну такое. Ну я думаю, да, попробовать, наверное, все-таки Боши попробовать добить. А, еще есть реквест от Айкора по Боши, но он, его же нету тут, так что как бы. Подарок на Новый год. Да, я даже в хайскор не попал. Все, давайте-то стрим на этом закончен. Сейчас минут через 5 я там все подготовлю и так далее. И запущу. И всем пока. Увидимся.